воскресенье, по прогнозам синоптиков, на смену солнцу к нам придут дожди, правда, ненадолго. 27 мая в Сарове утром ясно, плюс 11, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Вечером велика вероятность осадков, плюс 14. Ветер западный 3,6 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде утро малооблачно, плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 23. Вечером ожидается небольшой дождь, плюс 10. Ветер западный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 12, днем до 23 градусов тепла. Ночью плюс 11. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.